стартовала ежегодная спартакиада среди студентов Академии Матусовского. 4 факультета, 4 сплоченные команды, которые пусть и в дружеской форме, но все же соревнуются за такое желанное первенство. Пожелаем им в этом удачи. На спортивных площадках команды приняли участие в мини-соревнованиях по стритболу, в состязаниях по армрестлингу, в силовом конкурсе на джингире, а также ребята играли в волейбол и перетягивали канат. С сегодняшнего дня на всей территории города Луганска, во всех районах, начинается празднование предстоящего дня города Луганска. Очень приятно, что наша Академия не осталась в стороне и, в принципе, первая задает тон всему празднованию Дня города. Я хотела пожелать нашему городу процветания, мира, нашим студентам здоровья, творческих успехов, ну и, конечно, получить интересные знания, которые пригодятся в жизни, и при этом, при всем, чувствовать себя на отлично. Скажем так, по-спортивному. Здоровья всем. Очень приятно, когда, казалось бы, творческий вуз, который, да, нам дает талант для нашей и молодежи, и республики, которые здесь певцы, актеры, музыканты, хореографы, да, и мы, в принципе, всегда от вас ждем именно в этом направлении концертов, своих замечательных работ, да, и развития таланта именно вот в творческой среде. И когда вы делаете одним из первых праздников на начало учебного года праздник именно спорта, которым открываете День города, скажем так, по всей республике, это для всей молодежи студенческий хороший заряд на весь учебный год. В рамках Дня города проводится неделя спорта в учебных заведениях, начиная от детских садов, школ, техникумов, колледжей и высших учебных заведений. Ну, я желаю, прежде всего, мира, здоровья, счастья, благополучия Академии, ну и ее студентам, сотрудникам, чтобы она процветала, была такая же здоровая, энергичная, спортивная. Хочу сказать, что Академия, как всегда, отличилась и сделала невероятно масштабное, крутое, молодежное соревнование. В первую очередь хочу сказать, что я очень сильно люблю Луганск. Я сама из Донецка, но Луганск является моим на данный момент одним из самых любимых городов. Я хочу ему пожелать в первую очередь процветания. К сожалению, сейчас Луганск переживает не самое лучшее время, но я верю, что мы едины, мы все вместе, и мы сможем стать лучше. И мы хотим стать лучше, поэтому у нас все будет хорошо. Спасибо большое, Луганск, поздравляю с Днем города. Что же сегодня было на нашей спартакиаде? А я вам сейчас с удовольствием на этот вопрос отвечу. Надежды и ожидания, стремление к победе и борьба. Все это вперемешку с настоящей студенческой дружбой, которая в разы дороже любых кубков и медалей.